За две недели почти 900 человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на гепатит С, ВИЧ и сифилис. Это была акция «Ко дню здоровья». Врачи говорят, желающих провериться было больше, чем в прошлые годы. Желающих больше, протестированных больше, ну и, соответственно, процент выявления тоже немножко вырос. Всем этим людям оказалась и психологическая помощь, и они были доведены до специалистов, и было проведено дальнейшее их обследование. Тест сдавали на территории Лечгородка в Центре по борьбе со СПИДом. Желающих пройти бесплатный экспресс-тест было столько, что пришлось открыть еще два дополнительных кабинета. Бесплатный тест проходило в среднем до 100 человек в день. Многие приезжали из сел. Было много молодежи, что это очень-очень хорошо, потому что молодежь, она обычно к своему здоровью так относится. Ну, я молодой, ничего у меня не болит, и все хорошо. А здесь много молодежи откликнулось, и действительно приходили студенты, прямо мини-такими группками приходили и тестировались. Врачи отмечают, люди в течение года редко целенаправленно проверяются именно на ВИЧ и гепатит. Анализы платные, к тому же заболевание протекает практически бессимптомно и не беспокоит. О своем статусе узнают, как правило, случайно. Поэтому акция, которая растянулась на две недели, стала хорошим подспорьем для врачей. Окончательные итоги экспресс-тестирования в Минздраве еще не подвели, но даже по тем цифрам, которые предварительно обработали в Центре по борьбе со СПИДом, можно сделать вывод. Гепатитом С у нас болеют в 10 раз чаще, чем ВИЧ или сифилисом.